Сейчас 7 часов. Вот такой вот туманчик. Вот, подсечка правильная, за нижнюю губу. И жадно взял, да? Да, глубоко тоже. Так. Я же говорю, они обманчивые. Да. Эти звери. Ну, рыбалка сейчас у нас даже очень хорошая. Пятнашка есть. Девятка есть. Что? Белый? Белый. Северин сквит и белый. Есть, отлично. Да. Красавчик. Губа какая. Красавчик. Здесь все чистенько. Есть, почти 15. Отлично. Сумка оттарирована, поэтому все хорошо. Да, шикарно. Почти 15. Я сказал, ну 9,5. О, отлично. Я сказал червончик. Давай, давай. Опа, и все. Вить, скажи пару слов. Так, ну добрый день всем. Ну, рыбалка сейчас у нас даже очень хорошая. Пятнашка есть, девятка есть. То есть пока я доволен, пока я... Рыбка проснулась, погода сегодня вообще шикарная. Особенно с утра пасмурно, на дождь натягивала, да? Ну, сейчас распогодилось. Нет, сейчас распогодилось. Да, сейчас может, отлично. Из-за этого и проклюнулась рыбка гулять, ну, да, иначе. Даже в футболке тепло, не холодно. То есть, да. И вот. Ну, а как вообще, как ночь прошла? Ночь прошла спокойно. Отлично, выспались, хорошо, выспались, да? Да, всем встали. Ну, зато я надеюсь, эта ночь будет хорошая, поработаем. Посмотрим. Будем надеяться на лучшее. Все, ну мы пить, кто чай, кто кофе. Да. Все, увидимся. We'll be right back.
сегодня пешком тоже. Набитые губы, да? Угу. Уже парень. Это автобус. Да, любитель покрасить. Так, ребята, поймали только что небольшую рыбку. Там сколько она была? 7-800. 7-800, да. Ну, то есть, как бы, вот, была поклевочка на сквид-воте и этот. А сейчас будем делать перезаброс очередной. И хотели вам показать, прежде всего, значит, 16-й бойл. Вот, ну, время растворения. Вот сейчас посмотрите, пожалуйста. Вот, 16-й бойл. То есть за 3 с копейками часа по вот этой воде, ну, размер у него сейчас где-то 10-й получается. Вот, то есть время растворения, просто чтобы вы понимали для себя. Это 3,5 часа, немного подрезанный он был. И еще самое интересное, ведь... И теперь посмотрите на попап нижний. Раки знают свое дело. Да, и особенно, что самое интересное, любят светлые цвета. То есть именно под... белый. Белый, ну желтый тоже поезжен, а, у нас желтый были. Да, тоже был. Да. То есть вот так вот. Ну, будем вас... держать все, в курсе. Да, продолжаем. Продолжаем дальше. Доброе утро, друзья. В общем, сейчас 7 часов. Вот такой вот туманчик. Рыбка дала нам выспаться. То есть особо поклевочек никаких не было. Вот. Только что вымотал палки. Значит, что я хотел показать. Смотрите, по растворению, по температуре водички. Палка простояла 7 часов. Вот растворение бойла. Грубо говоря, то есть кусочек, я не знаю, какой там у нас получался, 15-16 в половине. Вот такие растворения. То же самое, вот 16 бойл, видите, еще даже что-то осталось. То есть это показывает нам что? Что температура воды довольно-таки холодная. Вот. Вот такой туманчик стоит. Ничего не видно. Противоположного берега совершенно не видно. Сейчас сделаем перезабросик. Сегодня уже окончание нашей рыбалки. То есть перезабросимся. Надеюсь, до отъезда что-то поймать. И поедем домой. Ну, в общем, пока так. Красавчик. Опять-таки, Северин Сквид. Не знаю, губа как положено. Да, Северин Сквид и горошка. Ну что ж, друзья, вот и подошла к концу наша сессия, закрытие сезона. Вот, что можно сказать. Отловились хорошо, то есть поймали много красивой рыбы. По оснасточкам, так как мы говорили, работало буквально как бы две вещи. Это Северин Сквид с попапчиком
и сквид в АТМ. Почему-то стенч не работал. Да, хотя как бы время под него. Вода холодная. Вот. Ну, в общем-то, как-то так. Вот выехали на более-менее нормальную дорогу, решили снять заключительную часть. Скоро уже потемнеет. Хотели выехать гораздо раньше, но к счастью или к сожалению, то есть рыба не дала вовремя уехать, вовремя собраться. Да. Подъехали ребята в соседний сектор, харьковчане знакомые, вот. То есть мы уже маты помыли, как бы все предполагается, начали собираться, но поклевка за поклевкой. То есть ребята помогали выводить рыбку, принесли свой мат, за что им огромное спасибо. Вот. В общем, рыбалочка удалась. К сожалению, крупной рыбы мы так и не смогли поймать. То есть максималочка у нас получилась 15. Вот. Средний вес рыбы порядка где-то там 10-12, наверное, килограмм. Мы особо не считали, но рыбы было поймано много. Как бы рыба была хорошая. Вот. По оснасточкам, что с... то есть мы ставили в основном это муга шестерочка, маленькую аккуратненькую насадочку. Хороший ключ. Что самое интересное, не сработали попапчики отдельно совершенно у нас. Не знаю почему, но не сработали. Вот именно работала болик с подсадочкой. Вот. Что, Вить, скажешь? Хорошего. Ну, хорошего, рыбалка, конечно, вышла отличная. Доволен, как обычно. В конце поймал карпика зеркалку, да. То есть все получилось шикарно. Через 2 километра. То есть погодка нам тоже подфартила. Было тепло, очень хорошо. Ночи тоже не холодные. На улице спал. Да? То есть не замерз, мне понравилось. Хорошо, отлично. Да. Ну, в общем, если понравилось видео, ставим лайки, подписываемся на канал, комментируем. Любите рыбу, отпускайте рыбу. Заветных вам трофеев. Пока. Пока. До встречи.